Потому что начал, да, служить и начал свидетельствовать. Короче, общались с братом, вот, ну, по телефону, он не здесь. И он там переезд сделал, ну, он переехал там от папы к маме. И что-то он говорит, у меня желудок болит уже 2 или 3 дня. Ну, пищу поменяла, говорит, очень сильно, говорит, а эту ночь я, говорит, вообще даже не спал. Ну, он настолько более сильный. А перед этим говорили о том, что там не... Я Бога избрал, а Бог меня избрал. Ну, то есть, по сути, обетование исцеления – это не то, что мы Бога выпросили, но это то, что Бог нам дал. Понимаете, в чем дальше? Я говорю, вложи руку на пузо свое. Ну, в общем, помолились, и вот он там тоже через пару дней мы общались. Он говорит, да, все прошло, все нормально, слава Иисусу.